по алкогольной, никотиновой и сексуальной зависимости. Начнем осмотр! Ну что ж, начнем на концерте Егора Крида. Мужики, я упаковал. Красавчик от Бога. Музыка звучит, последний раз. Рано или поздно это должно было произойти. На телепередаче «Жди меня» нашли всех. Давайте еще музыку. Ну что теперь делать? Я не знаю. Ребята, абонент, оператора не видели? Нет. А когда вы последний раз его видели? Ну, минут 10 назад поговорить выходили. Продолжайте. Никита Михалков и Андрей Кончаловский пришли просить денег на 7 ресторанах общественного питания. Здрасте. Здрасте. Мы хотим открыть сеть ресторанных фастфудов, которые вытеснят с рынка Макдональдс. Ой, ну и сколько вам надо? 1 миллиард рублей. Ого! Вы что, их решили тупо бабками завалить, что ли, а? Понимаете, наше первосходство в том, что мы используем национальные кухни и отечественные продукты. А, ну я понял, как в кулдарке, в елках-палках, в крошке-картошке, да? Ну да. Так, давайте договоримся, сколько вы хотите? Я хочу роль на мстителях. Сразу нет. Ну, на нет не сидит, ресторанов нет. Никита, солнце мое, не утомляйте меня, едем и едим домой. Состоится прямая линия с Владимиром Путиным, и наша команда решила задать свои вопросы. Владимир Владимирович, меня зовут Александр. Здравствуйте, Александр. Во-первых, добрый день. Ой, извините. Говорят, что сейчас не модно ездить за границу. Но это, видимо, где-то вот в вашем окружении не модно. Владимир Владимирович, а вам не обидно, что перед игрой мы ели мороженое, а вы нет? Какое доверие вот может возникнуть после таких вот инцидентов? Скажите, а как будет курс рубля в следующем году? 11 миллиардов 400 миллионов долларов. Это не шутка, я серьезно говорю. Ну, надеемся и ждем, Владимир Владимирович, спасибо. Музыка звучит, последний раз. Раздевает мир, и все подряд. Все, кто выбирал, и солнце вас я на утро. Все видели на улицах людей с табличками, которые о чем-то просят? Представьте, если бы все решали свои проблемы таким способом. Недавно БГМА переименовали в БГМУ. Вы спросите, почему? Да потому что почему? Нет такого вопроса. Сборная медицинского университета. Есть противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами. Спасибо! Там в этой команде две страшные женщины. И шутку про Путина.